Самарской области хотят пересмотреть процесс целевого набора в вузы. Об этом шла речь сегодня на совещании в региональном правительстве. В учреждениях высшего образования рассказали, что, как показывает практика, целевики приходят в приемную комиссию с баллами и уровнем подготовки намного ниже, чем у тех, кто поступает на общих основаниях. Зачастую такие студенты не наверстывают программу во время обучения или вовсе не проявляют никакого интереса к своей будущей профессии. Представители предприятий региона пояснили, что в большинстве случаев, когда целевые выпускники приходят на производство, они оказываются не готовы к работе. Мы считаем, что необходимо набирать студентов не на стадии, когда они заканчивают школу, а уже на стадии проводить целевой набор, на стадии бакалавриата либо магистратуры. Сегодня этот порядок утвержден правительством Российской Федерации. Хороших не взяли выпускников, взяли целевиков с сразу другими стартовыми возможностями. Да, ну кто-то, наверное, компенсировал эти разрывы в течение там 5 лет обучения, но в целом, и Олег Валентинович об этом сказал, это не очень получается у наших ребят. И потом в предприятии, в реальный сектор экономики приходят не лучшие выпускники.